социологическом исследовании «Портрет молодежи Владимира 2016» приняли участие более 1000 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. По словам начальника городского управления по делам молодежи, молодых владимирцев главным образом волнует доход. Он, кстати, на сегодняшний день в среднем составляет почти 23 тысячи. Среди вопросов – отношение к интернету, браку, армии, наличие вредных привычек и занятия спортом. Вопрос, для чего используют интернет молодые люди. И здесь тоже интересные ответы. Несколько чаще всего пользуются интернетом девушки. И пользуются они для общения. Это 85% девушек общаются в интернете. А юноши чуть реже. 77% юношей. Согласно опросу, молодежь стала меньше скачивать фильмы, но чаще совершать онлайн-покупки. Что касается сетевых игр, то здесь юноши чаще увлекаются виртуальными мирами, нежели девушки. 35 против 10%. Изменилось отношение к чтению, любить книг стало значительно больше. Радует и отношение к армии. Процент желающих защищать отчизну значительно вырос. И даже достиг максимального показателя за последнее время – 34,5%. С 2008 по 2013 год наблюдалась тенденция к снижению молодых людей, которые потребляли алкоголь активно, да, и умеренно. А вот сейчас эта тенденция остановилась. То есть она не изменилась у нас в сравнении с 2013 годом. Но это, наверное, неплохо, но и нехорошо. Здоровый активный молодежный отдых ожидает владимирцев в предстоящую субботу. Ежегодный день молодежи уже по традиции состоится на городском пляже. Начало в 15:00. В программе спортивные мероприятия, познавательные лекции, где расскажут об организации бизнеса, баскетболе и кофе. Также будет работать чилаут-зона, кухня и маркет, где можно будет купить и даже научиться делать хендмейд изделия. В конце дня для молодежи выступят различные музыкальные группы. Это и владимирский попкорн, Алоэ Вера из Екатеринбурга и питерские гости «Море и рельсы». А завершится праздник кинопоказом в 23:00. Что будет за фильм, пока секрет. День молодежи 2016 обещает быть ярким и веселым, и погода не должна помешать проведению праздничных мероприятий. Влада Миткова, Евгений Токарев, 6 канал.